для тебя все закончится. Ты хочешь знать, кто я такой и зачем пришел? Я ангел тьмы. Меня прислал Люцифер. Привет тебе передать, чтоб ты не жадничал, скот. Не надо! Пожалуйста! Заткнись! Ей! Ах ты, кусаться, падла! Между первой и второй перерывчик небольшой. Продолжим. Пей! Пей, падла! Посмотрел я, короче, люк подвала. В общем, убийца сломал замок вот этой Фомкой. А Фомку бросил в коридоре. Больше ничего? Все. Вот, глянь-ка. В кармане у него было. Тут надпись сзади. Ты видел? Ты можешь на одну часть вложиться. Галь, я. Да-да, мы на месте, работаем. Степа в кармане убитого фотку нашел. Да и потом об этом. Тут на задней стороне фотографии надпись. Цитирую. Это тебе за Фому Кузнецова. Падла. Ну, это конец цитаты. Падла и все. На фотографию, ну, там такой парень молодой. Брит стриженный, в спортивной одежде. Кстати, похож на футбольного фаната. Так что вполне вероятно, что причина убийства — месть. Краснознаменск, Фома Кузнецов, футбол. Так, футбольный фанат Фома Кузнецов умер, выпив суррогатного алкоголя. Еще 5 его друзей оказались в реанимации, но их удалось спасти. Вчера было 9 дней со дня смерти Кузнецова. Фанаты устроили несанкционированное шествие в Краснознаменске. Один за все! Что же получается? Получается, фанаты отомстили за своего товарища. Напоили владельца магазина Никиту Васильева водкой насмерть. Дай лупу, пожалуйста. Сомневаюсь. Обычно они бузят толпой спонтанно. Машины переворачивают, дерутся. Магазин могли бы подпалить. Я думаю, что фанат — это хороший способ увести следствие в сторону.
Смерть наступила от острой алкогольной интоксикации. В желудке у покойного 1,5 литра водки. Я думаю, что убийца насильно влил ему такое количество алкоголя в рот, а затем заклеил рот скотчем. Если это кто-то из фанатов, то нам придется долго искать убийцу. На Фомке есть пальчики потожировые. Но в базе этих пальчиков нет. Алло, Галь. Я. Привет. Слушай, тут неформально пошептался в Краснознаменском штабе футбольных болельщиков. Так вот, одна симпатичная, очень симпатичная девушка волнуется за своего парня. Да нет, Галь, ну какие дельтеры, я же на службе. В общем, не суть. Эта красавица нашептала мне, что сегодня у фанатов Краснознаменска, ну они же флаги, намечается драка с быками, это болельщики соседнего города. Да, и там должны быть все кореша, отравившиеся водкой Кузнецова. И я пробил по телефону и соцсетям фаната покойничка Фому Кузнецова. Больше всего он общался со следующими товарищами. Сенчин, Дмитрюк, Петухов, Гусев, Бекишев, Зимин. Васильева между верхними и центральными резцами застряла частица перчаточной кожи. Я думаю, погибший прокусил убийце руку. Ах ты кусаться, падла! Извини. Я буду называть фамилию, вы поднимайте руки. Руку. Сенчин, Дмитрюк, Петухов, Гусев, Бекишев. Да, я здесь. Я понял. Зимин. Зимин есть? Есть. На брюхе 6. Те, кого назвал, за мной, остальные в порядке очереди. А че, куда вы нас? На анализы. Не очкуй, Гулливер. Прибежит, сейчас дадут. Что в следующий раз быков лучше мочили. Следующий? Следующий. Открывай рот. Это еще зачем? Ну, это денкодактилоскопия. Че? Ой, ну как попроще-то объяснить. Это система научных методов идентификации индивидуумов на основе уникальности последовательности чередования нуклеидов цепочки ДНК. Ну, то есть у каждого живого существа есть генетический отпечаток, индивидуальный и неизменный на протяжении всей жизни. Ага. Следующий. Все. Все, все. Галя, как я и предполагала, кроме микрочастицы перчаточной кожи, удалось извлечь эпители убийцы. Совпадение ДНК и эпители, снято зубов Васильева. С ДНК болельщиков нет. Вот. Я же говорил, болельщики — это пустышка. На Фомке, с помощью которой попали в магазин, отпечатки потрожировые Бекишева. Так, получается, на месте убийства было двое. Один – это тот, кто скрывал люк и оставил пальчики на Фомке. Бекишев. Бекишев. Он же Гулливер. А второй – это тот, которому прокусили палец. Кто второй? Вопрос. Ну что, Бекишев, как ты меня
объясни, что на месте преступления была обнаружена Фомка с твоими отпечатками пальцев. Вообще не знаю, командир. Я вообще ни при чем. Я вчера вообще в подвале был. Мы там с пацанами спортзал оборудовали. Спринговался там, удары отрабатывал. Пацаны могут подтвердить. Пацаны-то могут подтвердить, конечно. Только кто им поверит, пацанам твоим? Кто второй у тебя был? Кто подельник? А, вспомнил, на днях возле моего дома мужик какой-то ключи в водосток уронил и поднять решетку не мог, а я ему помог. Странно, вроде решетка не тяжелая была. Мне что-то показалось, с виду мужик крепкий, а решетку легкую поднять не мог. Хиляк. О, паря! Фу, помоги решетку поднять, а? Кого ты что, прикалываешься, что ли? Да нет, чего прикалываешься, серьезно. Ключи от дома упали. Да? Ну, как попаду? Ну, давай. Совершено убийство хозяина продуктового магазина Никиты Васильева. Преступник связал Никиту скотчем и насильно вливал ему в горло водку, пока коммерсант не скончался в страшных муках. На месте преступления находят Фомку, который взломали люк подвала магазина. На Фомке отпечатки пальцев футбольного фаната Артура Бекишева. Накануне убийства близкий друг Артура отравился поддельной водкой, купленной в магазине Васильева. Однако Артур уверяет, что не причастен к убийству. Фомку он держал в руках, когда помогал незнакомцу поднять решетку водостока. Что за мужик? Давай к примет опиши его. Да обычный такой, пониже мне ростом. Бекиш, ты идет, что ли? Полземного шара людей ниже тебя ростом, и меня тоже. Да не помню я, да я и податый немного был. Ой, круче свои мозги с этими мужиками своими. Тут до добра от тебя не доведет. Вот тебе бумага, вот тебе ручка. Пиши мне чисто сердечное признание и закончим с этим. Да точно говорю, был мужик. Вспомнил, он военный был. Он что, был в форме с автоматом? Да нет. А как ты узнал, что военный? С чего решил? Ну, по выправке, по манере держаться. Да сто пудов военный. Да у меня батя военный, я в таких вещах секу. Убитый в магазине Никита Васильев полгода назад расширил свой бизнес за счет своего компаньона Савельева. Так. И Виктор Савельев неожиданно переписал на убитого и еще на одного человека, некого капитана полиции Дымова, часть своего бизнеса – продуктовый магазин. Хм. Неожиданно вдруг подарил свой магазин компаньону? Подозрительно. Рейдерский захват? А кто такой этот Савельев? Виктор Савельев. Бывший военный, воевал в Чечне. И телефон его, судя по Берингу, в момент убийства находился рядом с местом преступления. Мой дом находится рядом с магазином, поэтому мой телефон там был. А почему вы вдруг подарили магазин Васильеву? Так получилось. Как получилось? Однажды на работе я уснул пьяный, с сигаретой в руке, и случился пожар. Пожар нанес ущерб нашему с Васильевым бизнесу. Сгорели товары, нужны были средства на ремонт. Возместить убытки я не мог, поэтому мне пришлось переписать магазин на Васильева и на его нового компаньона, капитана полиции Дымова. А вот у нас другие сведения. Это показания заведующей вашего магазина Ефимовой. Она стала свидетелем вашего разговора с компаньонами. Это была не добровольная передача имущества, а рейдерский захват. Привет! Привет. Егор. Виктор. Наша крыша в полиции. Очень приятно. Неплохая выкидуха. Что-то не пойму. Откуда он меня взялся здесь? Можно взглянуть? А я что-то не понял. Мужики. Недавно этим ножом полицейского зарезали. Ты кого привел? Вы что творите-то? Витя, ты магазин спалил, а бабла возместить убыток у тебя нет. Так что отпишешь нам магазин или сядешь? Это беспредел. Пусти! Пусти! Я сам посажу. Слышь, ты мент поганый. Антизаявление накатаю, козел. У Егора тесть в областном ОВД работает. Так что ему ничего не будет. Даже звание мне очередное присвоят за раскрытие убийства полицейского.
Так что закрой рот и молчи. Понял? Отпусти, сказал. Понял? Понял. Мой компаньон Никита Васильев под прикрытием полиции торговал после 11 часов вечера спиртным. Савельев, успокойтесь, сядьте. Вам бы лишь бы посадить кого-нибудь. Магазин Васильева – это единственное место в Краснознаменске, где можно было купить ночью алкоголь. Продолжайте. Точка приносила бешеную прибыль. Никита хотел расширяться, тем более, что мой магазин находился на другом конце города. Так. Я был против нелегального бизнеса, и они меня дожали. Сначала устроили пожар, а потом сфабриковали улики в убийстве. Мне ничего не оставалось делать, как переписать магазин Васильеву и этому менту. Вот то, что вы рассказали, Савельев, как раз свидетельствует против вас. У вас был повод ненавидеть Васильева. Но я не убивал. Но поймите, я хоть и бывший офицер, но уж такой чести я не забыл. Степан, анализ ДНК показал, что на зубах убитого Васильева эпители не Савельева, а другого человека. Посмотри внимательно сейчас на этих мужиков. Среди них есть тот, которому ты помог Фомкой поднять крышку водостока? Да говорю же, темно было, я лицо не разглядел. Хотя... Че, узнаешь кого? Да не, не узнаю. Бельшев, ты долго будешь мне мозги компостировать? М? То одно у тебя, то другое. О, вспомнил. У того мужика золотая фикса во рту была. Я его рассмешил, когда ему сказал, что хил и каши мало ел. Ну ты мужик и хиляк. Ты че, каши мало ел, что ли? Я думаю, Бекишев придумал этого мужика с монтировкой фикса, чтобы оправдать себя. И Савельева мы зря отпустили. У него есть мотив – месть. А алиби нет. Все сказал? У нас нет ничего против Савельева. Вот и отпустили. Приятного. Я только с полиции Краснознаменска. Есть новость. Пропал второй компаньон убитого Васильева. Капитан полиции Дымов. Погоди, это тот самый полицейский, который помогал отжать магазин у Савельева? Он самый. Причем на работе не появлялся, дома нет, хотя машина во дворе стоит. А значит, Дымов теперь хозяин магазина? У него тоже есть мотив для убийства Васильева. Слушай, а точно? Очень удобно. Завалил компаньона, подставив при этом футбольных фанатов. Ну, когда он подкинул Фомку с отпечатками Бекишева на место преступления. И типа все в ажуре. Ну, если это так, то Дымов сейчас должен изображать служебное рвение, а не исчезать. К тому же, если узнают, что он занялся коммерцией, его уволят с волчьим билетом. Не думаю. Во-первых, может, ему все равно, и он сам рад уволиться. А во-вторых, он исчез после того, как прокурору Краснознаменска стало известно о незаконной торговле спиртным и о рейдерском захвате магазина. Ну, да, скорее всего, затаился гаденыш. Только что прошло по сводкам. На окраине Краснознаменска в собственном доме застрелены и ограблены бизнесмен Зайцев и его сожительница. И как это нам поможет? Сожительница Зайцева – это бывшая жена нашего подозреваемого Савельева, Зои Савельева. Надо. Ты кто? Я ангел тьмы. Чего тебе надо? Я прихожу за теми, кто берет чужое. Сай, кто приходил? Серёг. Да, Галина Николаевна. Два трупа. Один внизу, на первом этаже, хозяин дома, Семен Зайцев. И его сожительница Зоя Савельева на втором этаже. В спальне возле открытого пустого сейфа. Судя по почерку, работал профессионал. Семен Зайцев. Сожитель бывшей жены Савельева. Бизнесмен-боксер. В прошлом рэкетир. Имеет условную судимость. Сейчас работает в инвестиционном фонде, который занимается в основном недружественными поглощениями. Ну что, Степ, у нас имеется отпечаток обуви 43-го размера.
Но это самый распространенный размер обуви. Согласен. И при всем при том, именно у Савельева 43-й размер. Угу. Значит, судя по следам, убийца сначала внизу застрелил Зайцева, затем заставил сожительницу открыть сейф, а после убил ее. Красивая была девочка. Что Любочка была у тещи. Дочка моя. А где вы были вчера вечером? В спортбаре. Футбол смотрел. Вы что, всерьез думаете, то, что я убил свою жену и ее сожителя? Почему вы развелись с женой? Когда магазин отняли, денег стало меньше. Зоя ушла. Ведь интересовали деньги, не я. Но мы с ней расстались, как интеллигентные люди. А у нас другие сведения. Мы, например, знаем о том, что ваша жена препятствовала вашим встречам с дочерью. Что не открываете? Зоя велела тебе Любку не давать. Так сегодня суббота, мой день. Она говорит, что ты неудачник. И это заразно. Мы договаривались же. Иди домой, лошара! Что вы взяли? Нормально виделся с Любочкой. И с женой нормальные у нас были отношения. И все-то вы врете. Ваша жена даже однажды подала заявление о похищении дочери вами. Да, было дело. Я очень соскучился по Любочке, забрал ее из садика. У меня жена панику подняла. Ну и написала заяву по глупости. Но не убивать же мне ее за это. Она все-таки мать моей дочери. И снова ложь, Савельев. Вечер того дня, когда ваша жена писала заявление о похищении дочери, вас избили. И вы попали в больницу. Давай с тобой в зоопарк сходим, если не была никогда, а? Давай сходим. Ты что, и бегемота никогда не видела? Да ладно, ты что, бегемот, это же большой такой. А что у тебя с шапкой? Ну-ка, покажи, что у тебя с шапкой такое. Тебе шапку поправлять надо. Косичка моя. Что? Люба! Зоя, ну в чем дело-то? Ты сколько раз было говорить, придурок? Очень странно получается. Компаньон забрал бизнес, его напоили паленой водкой до смерти. Жена забрала ребенка, убита. Ее новый сожитель избил, застрелен. Это что, месть? Ну, я не знаю, кто совершил все эти убийства. Не знаю. Проверил я его алиби. Он действительно был в спортбаре. Свидетели есть. Бармен сказал, что он ушел сразу, как кончился футбол. Это было через час после убийства. Камера зафиксировала его уход. Савельев сам мог не убивать. У воевавших есть такое понятие боевое братство. Ты же сам знаешь. Понятие есть.
Слушай, метнусь-ка я в его воинскую часть. Он служил там же, в Краснознаменске. Потрещу с однополчанами. Савельев не часто созванивался со своими однополчанами. Поздравления на 23 февраля, Новый год, день рождения не больше. Я составил список из 15 фамилий, с которыми общался Савельев. Проверять будем всех. На пистолете, на внутренней части магазина, хорошо читаемый отпечаток. Есть контакт. Убийца. Капитан Дымов? Странно, чтобы опер так подставился. В городе Краснознаменске совершено несколько жестоких убийств. Сначала хозяину магазина Никите Васильеву насильно влили 3 бутылки водки в горло. Потом в своем доме были застрелены и ограблены бизнесмен Зайцев и его сожительница Зоя. Таинственным образом исчез капитан полиции Дымов. ФС подозревает в преступлениях Виктора Савельева. Васильев и Дымов отобрали у него магазин, а Зоя и Зайцев не давали видеться с дочкой. Но доказательств вины Савельева нет. Возможно, за Савельева могли отомстить его боевые товарищи. Мог ли Витька Савельев из-за мести убивать? Да не смешите меня. На первой же зачистке Бородатого застрелил. Потом блевал дальше, чем видел. Так что война – это не для Витьки. Здравствуйте. А это жена моя, Анюта. Добрый вечер. Ну все, майор, на этом беседа наша и заканчивается. Мы с женой собрались в киношку на последний сеанс. Развеемся немного. Представляешь, Ань, майор на Витьку нашего бочку катит. Я что-то пропустила? Ну да. Якобы Витька из-за мести кучу народу завалил налево и направо. Представляешь, Витька убийца. Витька убийца? Бред какой-то. У того мужика золотая фикса во рту была. Я его рассмешил, когда ему сказал, что хил и каши мало ел. Ты в порядке, майор? Да, все нормально. Уже торможу к вечеру. Подумал было, что со своей подругой в кино черт сколько времени уже не ходили, даже не помню, когда последний раз. Ну, ты меня понимаешь, служба, служба. Ну, да. Ну, вам хорошего вечера. Не пуха, так сказать, не пера. Приятно было познакомиться. Да и тебе не хворать, майор. Всего доброго. До свидания. Галина Николаевна, я провел генетический анализ ДНК волоса майора Геннадия Короткова. Это его руку Васильев прокусил в магазине. Вот он, мужик, этот третий с крайней, военный, в военной форме. Ему я решетку помогал поднять. Ты уверен? Да, вот он, с фиксой. Красавчик, Артур. Пойдем сейчас протокол подпишешь. Свободен. Че, правда? Правда, правда. Командир! Спасибо, командир, спасибо. Что случилось? У тебя голос был какой-то по телефону странный. Спасибо, что пришел. Ну, ты позвонила, позвала, я и пришел. Что случилось? Генка. Что Генка? Его арестовали. Садись, все расскажешь мне.
Анализ генетической экспертизы доказывает вашу вину, Коротков. Погибший Васильев прокусил вам палец, когда вы насильно поили его водкой через воронку. Вас нанял Савельев, чтобы отомстить? Кто? Витька? Да бросьте. Откуда у него бабки? У него магазин как отжали, дома шаром покати. До сих пор курьером работает. А может быть, это стало вашим гонораром? Это драгоценности из дома Зайцева, которые при обыске обнаружили в вашей квартире. Это вы застрелили Зайцева и его сожительницу. Во всех этих убийствах. Это бред какой-то. Все эти войны, горячие точки, командировки. Генка совсем спятил. Весь мир стал для него черно-белое кино. Я так понимаю, что про неожиданно исчезнувшего капитана Дымова вам мне тоже нечего сказать. Хорошо, тогда я расскажу. Вы его задушили. По навигатору вашей машины и камерам ГИБДД мы проследили маршруты всех ваших передвижений за последнюю неделю. В один из дней вы выезжали за город. Мы установили место, где ваша машина свернула в лес. Прочесали местность с собаками и нашли труп Дымова. А на вашей куртке обнаружена слюна погибшего капитана. А вы не зря свой хлеб едите. Вскрытие показало, что капитан Дымов был убит примерно за сутки до того, как были застрелены Зайцев и его подруга. Вложили в руку мертвого Дымова обойму от пистолета, а затем из этого же пистолета, уже с отпечатками, застрелили Зайцева и бывшую жену вашего друга Савельева. Я никогда не видел, что ты так водку глушила. Для храбрости. Савельев, я люблю тебя. Ну, и тебя тоже. Не, не понял. Я была замужем за Генкой, а любила тебя. Помнишь наш роман? Задолго до того, как мы с Генкой поженились. Это было самое счастливое время в моей жизни. Все остальное – это ошибка. Страшная ошибка. Я очень страдала. Ты даже не представляешь, как я была несчастна. Я словно Ева, изгнанная из рая.
Мы навели о вас справки. Вы блестящий боевой офицер. Разведчик от Бога. Скорее, дьявол. Я знаю, что за вашу голову маджахеды назначили награду в 100 тысяч долларов. А за вашу дерзость и смелость они прозвали вас ангелом тьмы. В иерархии падших ангелов я занимаю почетное место. Это месть за Савельева? По законам боевого братства? И твоя женитьба на Зое тоже была ошибкой. Ей нужны были от тебя только деньги. И сейчас все, кто тебя обижал, они уже мертвы. Это я вызвала Гену Короткова, ангела тьмы, потому что я напомнила ему, что когда-то ты спас ему жизнь. И теперь он спас твою жизнь для меня, потому что он любит меня, а я его не люблю. Я тебя люблю. Так его же посадят на пожизненное. Из-за тебя. Да. Да. И пусть он больше никогда не мешает нам любить друг друга. Здравствуйте, мы к вам пару вопросов задали. Он ни в чем не виноват, он не знал. Все спланировал мой муж Геннадий по собственной инициативе. Ну, собирайтесь, Савельев. Давай не ковыряйся, бегом, Савельев. Это что? Это пожар тоже твоих рук дело? Да. Потому что я знала, что как только ты разоришься, эта тварь тебя бросит. Так, вы, пожалуй, дамочка, тоже собирайтесь. И приоденьтесь. Бегом, Савельев. Витька! Витек! Гена! Ты что не творил? Нахрена ты это сделал? Так ты что, Витек? Должок же за мной. Забыл? Ничего не знал! Это все я! Это я, слышишь? Это я, ангел тьмы! Я! Это не ты, это она, твоя жена. Ангел тьмы. Исчадие ада.